Приветствую! С вами Сергей Гудков, психотерапевт, семейный консультант. И в этом видео мы разберем довольно частую ситуацию, которая встречается. Ко мне приходят клиенты с таким вопросом, пишут, спрашивают. Были неудачные отношения. Отношения закончены, это может быть формальный брак, иногда это может быть без формальной регистрации. И теперь я боюсь создавать новые отношения, потому что как-то не могу доверить, мне кажется, что меня обманут. Что делать в этом случае? Итак, по порядку. Первое. Что важно сделать в этом случае? Первый пункт – это успокоиться. Потому что когда у вас бушуют эмоции, интеллект, конечно, не настолько активен, вы не можете трезво что-то решить, что-то продумать. То есть успокоить эмоции – это первое. Второе. После того, как вы более-менее спокойны, в трезвом разуме, очень важно провести работу над ошибками. То есть понять, что было не так, какие ранние признаки неблагополучия вы просмотрели, да, как-то себе пометить, внести, в свой чек-лист, чтобы в будущем вы этих ошибок не совершали. Если мы говорим реально, конечно, ошибки все равно будут, так или иначе, но, по крайней мере, вы не будете совершать одни и те же ошибки слишком много. Вот. Как говорит один из моих учителей, не больше, чем 3-4 раза, говорит, хватит уже. И третье. Это тоже важный момент. Бывает так, что в прошлых, а может быть в предыдущих и еще более ранних отношениях накопился негатив, которого стало слишком много, и он иногда проецируется на будущее, когда жизнь предстоит в таких черных красках, кажется, что ничего хорошего не будет. Так вот, есть специальная процедура, она хорошо описана у Лесли Кэмерон Бендлер в великолепной книге «С тех пор они жили счастливо». Она называется «Нейтрализатор порога». Вот эта процедура позволяет вот этот накопившийся негатив, знаете, как черные очки, которые человек надевает, и теперь ничего хорошего впереди не видит, даже подумать не может, что оно, возможно, появится в жизни. То есть вот эти черные очки, этот негатив можно снять, можно переработать. И чаще всего это не приведет к тому, что старые отношения возобновятся, как-то живут, но появится доверие, появится надежда на то, что в будущем может быть хорошо. Благодаря тому, что вот этот вот негативный момент, он не уходит, но перестает приобретать такое определяющее значение. Вы можете получить доступ к ресурсам, которые были, скорее всего, не обязательно были, иначе вы бы не создали отношения. И тогда на будущее проецируется позитивное состояние, что мы надеемся, мы знаем, что не так, так все равно по-другому что-то может быть хорошее. И, скорее всего, оно найдется. Вот три ключевых момента. Да? Успокоиться, трезвый анализ ошибок и, конечно, снять вот эти черные очки эмоциональные, которые люди часто надевают и носят годами, а то и десятками лет. Вот так.